Играть запрещено. В Крыму полиция приняла за митинг матч школьных дворовых команд и запретила его. Видео опубликовали в соцсетях подростки, которых выгнали с поля. В поселке Краснокаменка под Феодосией дети играли в футбол на школьном стадионе. Директору учебного заведения не понравилось занятие подростков, потому она вызвала полицию. Правоохранители, в свою очередь, выгнали детей со стадиона. Полиция обвинила школьников в проведении незаконного митинга, который был не согласован с администрацией Феодосии. Школьники при этом отмечают, что еще несколько дней назад играть на этом поле руководство школы разрешило. Почему изменили решение, директор не объясняет. Знаете, да какой вот, медведь? Там? Вот сейчас, да. Вот сейчас, вот это идет коррупция. Ей, видимо, денег не дали, все, игра. Она и закрыла. Красавчик. Блин, ну если проблема в этом, блин, давайте я скинемся денег дадим. Я прошу зафиксировать оскорбление, я подаю в суд. Я прошу вас сейчас зафиксировать и спросить, что это за.